Рада приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И сегодня в камеру опять будут мои руки. Но мне очень хочется показать вам, я тут навожу порядок и реорганизацию, показать вам все мои наборы на чистый канве. Почему я решила это сделать? Потому что я сняла видео, выпустила уже, должно быть, о том, как вышивать на чистой канве. И как раз в нем я обмолвилась о том, что бывают наборы маленькие на чистой канве, не надо брать сразу большие. И потом думаю, ну как же люди поймут, что такое маленькие наборы, если я ничего такого не показала. Ну и коль я уже в любом случае решила снять это видео, заодно покажу все, что у меня есть в запасах на чистой канве. Что-то я покупала сама, что-то мне дарили. И, собственно говоря, вот вашему вниманию я сейчас представлю этот комплект. Итак, вот такой набор от Clart. Называется «Снова лето». Посмотрите, здесь канва чистая. Из этой серии я уже вышивала один наборчик. Это-то уже третья часть, которую уже, собственно говоря, надо бы закончить. Она уже такая потрепалась. Я ее достаю, убираю, приготавливаю. Вот из этой серии был вышит у меня на чистой канве одна заготовка. Это не оформление. Это я примеряла рамку. Все никак не донесу оформить. Кстати, вот дошила бы, уже бы отнесла. У меня их три. Я их купила у Верочки вышивалочки. И вот такой, но он был на напечатанной основе. То есть там канва, здесь обычная хлопковая основа. Но вот из этих серий вот осталась у меня такая работа. И размер-то ее, собственно, совершенно смешной. 13 на 13, где-то тут артикул есть, сейчас я вам покажу. Вот он артикул, рядом с этим артикулом где-то и вот эти вот два дизайна. И если уже вам понравится, то вбивайте в интернет-магазине Леонардо и купите, пожалуйста, без проблем эти наборы. Так, недавно мне подарили вот такой классный наборчик. Это тоже на черной канве. Ой, решиться надо на него. Девчонки, ну очень хочу. Вот такой маячок на ножнички. Прям изумительный маячок. И я знаю, где я его буду вышивать. Я его, скорее всего, возьму с собой на море, потому что там очень много солнца. И там я его и, пожалуй, прикончу. Вышью. Потому что на черной канве, мне кажется, можно вышивать только при ярком солнце. Ну, мне так кажется. Этот набор от Риолис, это не новинка, далеко, прямо скажем. Но изумительная вещичка такая, классная. Вот такой у меня набор есть. От Радуги бисером. У меня несколько от Радуги бисером. Это чистая канва. Вот, такая крупная, вообще крупная. Мне кажется, это 11-я канва, потому что уже явно не 14-я, да? Давайте, интереса ради, сравним. Да, вот вы видите разницу, да? Кстати, канва у Кларта толкается. Тяжеловато было вышивать. Вот это будет, скорее всего, мега свободно. И я думаю, что я ее заменю, когда надумаю вышивать этот наборчик. Это одни такие из первых моих наборчиков. Выбор был небольшой, еще до украинской темы, когда на Украине я стала заказывать. Вот, вот такой незатейливый, но неплохой. Пускай будет. И вот такая рыбка, тоже от этого же производителя, Радуга бисера. Называется «Скалярия». Ну, здесь уже голубая канва. Ну, красивая. Вот. Золотая рыбка. Туда же, к этой же серии наборов от Радуги бисера, «Осенний вечер». Кстати, мне он очень нравится. Ну, тоже канва, ну, прям огромная. Давайте посмотрим, что они нам пишут про канву. Ничего не пишут, просто пишут «Канва Аида». Бисерная игла и бисер Чехия. Вот, причем я, знаете, переворачиваю, обратила внимание, что этот набор 2004 года. Этот набор 2007 года, это кораблик. Вот этот набор 2005 года. Так, вот такой у меня есть набор «Вечера на хуторе». Красивый, полная зашивка, изумительно. Но вот я уже вижу здесь полосы, то есть я понимаю, что бисер лежит очень свободно. Однозначно эту канву надо заменить, однозначно. Этот набор 2005 года, тоже такой вот немолодой. Видите, вот здесь вышивка явная, тут вот, мне кажется, не лежат бисеринки
Да, лежат слишком свободно. Так, и еще один, тоже от радуги бисера. Это мне дарила Олечка, я умница, Примула называется. И набор это 2006 года выпуска. Хотя, может быть, я чего-то неправильно понимаю. Может, я не понимаю чего-то правильно. Здесь вот как стоит. Ну да, наверное, все-таки это дата выпуска. Вот такая примула, очень симпатичная, очень. Мне она нравится, и я, конечно, планирую ее вышить и потом в какую-то прикладную вещь оформить. Единственное, что я думаю, попробовать вышивать на равномерке. Я все собираюсь выпустить это видео. Опять достала равномерку, не поверите, вот лежит прям рядом буквально. Артикул, да, наборы. Мне кажется, таких сейчас уже и не купишь, вот. Я даже не знаю, где их купить, такие наборы. Мне не попадались, по крайней мере. Я просто побаиваюсь, конечно, за нее взяться. Зрение совсем не к черту. Так, ну, пила у Светланы Савчиной. Он еще приходил вот в таких красивых коробочках. У меня это маленькая коробочка. Они были и побольше, потому что большая работа, да, большого размера. Здесь, соответственно, ниточки. Для больших наборов она клала вот целые бобины. Вот так этот бисер здесь уложен. Просто изумительно. Ну, естественно, две иголочки. Прям вот его тоже мне хотелось начать. Вот так лежит здесь бисер. И я набор у нее увидела. Он пришел вот в такой красной папочке. Вот этот. Ой, как он называется? Зимний пейзаж, что-то такое. Здесь схема цветная. Да, схема вся цветная. Вот из-за чего я хотела равномерочку взять. Из-за того, что этот набор мне хотелось вышить, не вышивая фон. Для того, чтобы вот эта часть была выпуклая. Ну, боюсь, что, наверное, не суждено этому сбыться. Наверное, буду зашивать полностью. Посмотрите, какая классная работа. Я увидела у нее в отшиве. Пишу, она еще тогда не была так популярна, так модна. Светлана Савчина, она, ну, раскручена. И она, я ей пишу, господи, что это за набор такой красоты? Она говорит, да я это вышила из журнала, вышиваю крестиком, что ли. Я говорю, да вы что, я очень хочу. Говорю, соберете мне набор? Соберу. В общем, она собрала мне этот набор, за что я ей очень благодарна. Вот я его отошью. Посмотрите, какой красивый пейзаж, просто изумительный. Вот, здесь много листов, я даже боюсь сказать, сколько. Но она и делает очень крупные схемы, очень крупные, поэтому, может быть, и не надо. Я думаю, что набор не будет сильно большим. Да, и в... Да, зимний пейзаж называется. И в наборе лежит канва. Но я точно знаю, что Светлана Савчина в набор кладет хорошую канву, на которой можно вышивать, бисеринки не толкаются. Есть у меня еще один набор. Вы его прекрасно знаете. Это набор «Чайный дуэт». Замечательный набор. Превью, конечно, темновато. На самом деле он более красных тонах. Вернее, собственно, в красных тонах. Да, весь фон и более-менее чашки такие поярче. Вот такой размер он имеет. Я его купила в «Бисерная радуга». По-моему, так, да, называется. Вот, мне его прислали, долго я над ним. Есть у них еще один набор, который мне безумно хочется. Вот, это умиление. У них там два умиления. Вот я хочу, который дорогой, со стразами Сваровски. Но это пока в планах, потому что вы сами видите, что запасы-то великие у меня. Был подарок мне сделан от Наташи, от Валентинки Бисеринки. От Наташи, да, нормально. Вот так называется «Вместе навсегда». Опять же, не терпится мне начать отшивать. Валентинка Бисеринка, ее группа в Одноклассниках. Бисер, бисер, бисерок. Вот так он называется. И у них есть уже хороший ассортимент разработан. Бисера тоже очень щепетильно, очень требовательно к самим себе они относятся. Вы видите, что безумно удобно. Здесь все. Видите, у меня даже канва уже вытащена, да, это канва от Риоли. Начала размечать. Уже приготовила себе даже значки, ну, в общем, все приготовила, сделала себе ксерокопии.
и отложила. Ну вот, ну что я за человек? Нельзя так, конечно, делать. Вот такой замечательный набор. Он вот так упакован. Посмотрите. Ну, ну знаете, как вам сказать? Есть так называемая внешняя мотивация, да, когда человек радует все. И разработка, и как это все упаковано и уложено. Ну вот, смотрите, здесь тоже ниточки лежат, причем много ниток. Вот так все лежит в коробочке красиво. Два фломастера, упаковка игл. Ну, и самое главное, что такое, скажем, подарочный вид у этого набора, собственно говоря, купить и подарить вообще вот прям вот не стыдно, да? Ну и самому себе тоже подарить такой не стыдно. То есть вот, конечно, это безумно красивая работа, тоже ждет своего отшива. Смотрите, какие добрые морды у них просто, не какие-то злые, худые, облезлые волки, а прям вот такие-такие красивые, породистые. Так, дальше. Был у меня момент. Я купила себе вот этот набор. С этим набором вообще история интересная. Положу его в корзину, причем он висел на складе на оптовом, где я закупаюсь для своей работы и часто покупаю бисер, да, сейчас для рукоделия. Этот набор лежал. Я на него смотрела, у меня в зале был в египетском стиле оформленные висели картины, тоже вышивки, причем гобелен был один. И вот я думала вышить вот эту красавицу. Называется «Власть и грация» этот набор. Сейчас, секунду, чуть-чуть я так приподниму его, камеру. «Власть и грация». Посмотрю, уберу из корзины, посмотрю, уберу. И потом я поняла, что просто эти картины, в принципе, чуть ли не с производства сняты. И вот в прошлом году или в позапрошлом, вот смотрите, здесь видите, написано «Цена» и «Татьяна». Видите, цена прям совсем смешная для золотых ручек. В общем, старая-престарая. Я случайно забралась в интернет-магазин «Искусница», в котором я склад, в складе, в котором я закупаюсь, и увидела вот эту вот работу. И по такой вкусной цене. Я в магазин иду, говорю, вот я увидела, у вас есть такая, можно ли его доставить в ваш магазин? Они говорят, без проблем, можно. И еще не поверите, у них на золотые ручки была как раз тогда скидка. И такие цены были клевые просто на золотые ручки. Но там были такие сюжеты, которые мне не нравилась проработка. Такие одни из первых. И с гитарой вот эта девушка, ну, как-то я не захотела их брать, а вот эту я все-таки взяла, чтобы потом не жалеть по такой цене хорошей. Вот, мне понравилось. Кроме вот от этой цены еще, по-моему, 10 или 15% у меня вычли. Ну, представляете, да, совсем. А, собственно, с моей Василинкой от золотых ручек была та же история. Сейчас я вам его показываю как набор, но набор уже отшит. Я оставила тут весь бисер, все, да. Никак не уберу, порядок не наведу. Надо куда-то это прибрать. Вот, эта Василиночка тоже мне досталась по очень вкусной цене. Прям по мега вкусной. И еще напополам мне ее подарила подруга. Говорит, она стоила там, ну, допустим, там 6, там или 7, там или 5, да. Потом она стала стоить, там, ну, допустим, 4,5, потом 4. В общем, что-то я лично за нее заплатила 1500, а вторую половину или чуть больше заплатила моя подруга. Вот, значит, этот набор тоже имеет право на жизнь. Следующий набор. Недавно я получила шикарный подарок от Оксаны. Хочется ей сказать огромное спасибо за вот этот набор, который называется «Эх, залетный». Он приехал, она его заказала для меня у бисерного эксклюзива. А бисерный эксклюзив, вот я закончила мамин портрет. Я знаю, что такое бисерный эксклюзив. Мы все знаем. Даша рисую ниточкой, показывает нам работы от бисерного эксклюзива. Они, конечно, изумительные. Работа довольно большая, но проработана. Вот тут есть огромное количество бисера в наборе. Ой, тут какой-то мусор, канва и иголочки в обязательном порядке. Вот, в общем, вот такой набор есть у меня тоже.
И я очень этим горда на самом деле, потому что красоты неописуемой. Прям вот готова, прям вот завтра приступить. Ну, собственно, как ко всему, что лежит у меня здесь. Потому что все мои запасы – это всегда моя гордость. Ну и что вы думаете? Вот оно и все. Не так много. Нет, я вас обманываю. Есть у меня еще один набор. Вот, я вытащила просто от этого набора схемы. Хотела размножить. Я всегда размножаю себе схемы, потому что я зачеркиваю. Называется модные штиблеты. Вот такая красота. Вот артикул. Меня, конечно, подруга Света, Мех, Света, тебе привет, если смотришь. Она раскритиковала меня, сказала: Таня, ну что это такое? Ну вот в этих старинных штиблетах, вот в этой щетке, что это? Масло касторовое для натирания, да, вот вакса, что вот это такое? Масло или воск может быть какой-то. Ну, нравится мне это. Такая вот винтажность, винтажность. И мне показалось, что в прихожке над обувницей будет висеть очень здорово смотреться. Почему бы и нет? Размер этой работы 30 на 40. Она не маленькая. 55 цветов бисера. Тоже можете представить, да, себе. Вот, но в целом работа обалденская. Тоже я ее купила очень дешево. У нас на складе прям устроили распродажу этих наборов. Что-то 1000 за 2,5, может быть, я его купила. Ну, девчонки, очень стильно. Посмотрите, вот как сзади дерево это все прорисовано. Это значит, где-то в ящике, в коробке в какой-то стоит. Или вот на полу возле каких-то деревянных панелей. Ну, в общем, чудная работа. Хотя, конечно, она на любителя однозначно. Но вот мне повезло купить ее. Я, опять же, я ее просто не купила спонтанно. Я ходила, смотрела, надо, не надо, надо, не надо. И это продолжалось в течение, наверное, года полтора. Так же, как вот с этой работой, с «Власти Грация», да? Вот, ну и в итоге я ее купила. Вот я сейчас большой формат, я не хочу делить ее на маленькие форматы, поэтому есть у меня куда сходить и размножить. Вот, хочу это сделать. Кстати, вот прям достала-достала. Так, и будет у меня еще один набор. Пусть меня золотые ручки заругают. Нет у меня картинки. Подруга купила себе и не смогла со мной не поделиться. Вернее, я не смогла у нее не выпросить. Но купить сейчас такую дорогую работу – это вишенка. Это такая новиночка, такая свежая работка. Но к моей Василинке это будет изумительная пара. Я не смогла у нее не выпросить схему, потому что… Ну, может быть, не выпросить, может быть, она и сама мне хотела его, наверное, так и было, она сама мне хотела подарить, потому что знала мою любовь к этому набору. С первых минут, как он вышел, я просто была вне себя от счастья. Ну, естественно, бисер мне не составит труда подобрать, потому что есть бисерная карта цветов. Вот, она остатками, наверное, со мной поделится. Поэтому, девчонки, вот есть у меня еще такая работа. Я картинку постараюсь здесь вставить вам. Вишенки. Ну, вы и сами, собственно, вобьете в интернете и найдете. Это очень красивая работа. Там девочка с кокошником. Ну, изумительная. Золотые ручки нужно отдать должное, конечно. Разработки у них потрясающие. Вот. Вот и все. Я могу вспомнить, что у меня еще там какие-то схемы есть для вышивки на канве. Но речь идет не о схемах, все-таки о наборах. Поэтому я решила сейчас все-таки посчитать все, что у меня есть в запасе. Итак, у меня получилось 6 больших наборов и 7 маленьких наборов, вот таких малюсеньких. Так что вышивать, не перевышивать. Это все я вам показала на чистой канве. Конечно, туда можно было бы отнести на чистой канве вышивка по дереву, потому что это тоже читаем по схемам. Это тоже определенное время отнимает. Поэтому, ну, видео о моих запасах деревянных заготовок, оно выйдет в другое время, чуть попозже. Сейчас мне просто хотелось вам показать именно заготовки на канве, на чистой. Именно на тканевой основе.
Так что все, если вам было интересно, ставьте пальчики вверх, обязательно пишите свои комментарии, может быть, что-то понравилось, может, кто-то из вас что-то вышивал. Если вы вышивали на радугу бисера на вот такой крупной основе, делитесь, потому что мне интересно. Многие пишут, что любят, но вот даже тут отшивы я вижу, что мне не нравится. Так что пишите свои комментарии, я буду с нетерпением ждать. Сейчас я вам желаю отличного настроения, побольше времени, поддержки близких. Здоровья и обязательно скоро увидимся. Всем пока.